Всем привет! Сегодня будем варить приконку на карпа. Для этого нам понадобится кастрюля, две вот таких литровых емкости с кукурузой, вода, ну и мангал, чтобы развести костер. Вон дрова. Ну что, приступаем к приготовлению нашей приконки на карпа. Первым делом разводим костер. Для этого мы взяли кору от березы. Пока разгорается наш костер, заливаем в кастрюлю воды. Заливаем где-то половину емкости. Теперь засыпаем. И еще в эту кукурузу мы положим перья чеснока. Разрубаем перья чеснока напополам. Пускаем перец чеснока в кукурузу. Ждем, пока закипит. Ну что же, вот закипела наша прикормка. Сейчас добавим сахар, чтобы прикормка была слаще. Теперь помешаем. Прикормку прикроем пока что крышкой и ждем еще 10 минут. Ну что же, прошло у нас 10 минут. Открываем, достаем чеснок. Нет. Теперь засыпаем в эту смесь, которую мы приготовили, молотую кукурузу. И половина пакета манки засыпем сейчас. Манка нам нужна для густой консистенции. Вот такая масса у нас получилась. Так, еще повариваем. Еще ждем минут 10. Еще ждем минут 10, пока поварится чуток маленечко, и будем ее снимать с костра. Все, прикормка готова, снимаем ее с огня. Ждем, пока наша прикормка полностью остынет. Ну что же, вот такая прикормка у нас получилась на карпа. Теперь весь карп наш, как говорится. Всем удачи, всем пока!